Всем привет, с вами Давид. Сегодня на обзоре внешний SSD от компании DEXP. Это моделька W1000C, что говорит о том, что здесь у нас заявленные скорости 1000 на чтение, 980 на запись. И это SSD объем 1 терабайт. Кстати, так как торговая марка DEXP принадлежит компании DNS, то вы знаете, где можете купить этот внешний SSD. Ну что, посмотрели распаковку, все увидели, все достали. И в принципе, отличий от моделей серии W500C, которые недавно были уже на канале, на 500 гигабайт, на 1 терабайт, здесь у нас абсолютно такой же корпус, абсолютно такой же кабель и такой же удобный переходничок для того, чтобы можно было этот внешний SSD использовать где угодно. Но отличается он начинкой, потому что здесь у нас заявлены 1000 на чтение, 980 на запись, и это у нас USB 3.2 Gen 2 SSD накопитель. Кстати, с трехлетней гарантией, ну а ресурс на внешних SSD у нас не указывается. У нас все так же здесь есть два тусклых светодиода, но что же стоит внутри? Вот что очень хочется узнать, но сначала давайте сделаем тесты. Ну а перед тем, как приступить к тестам, давайте перейдем на официальную страничку нашего внешнего SSD DEXP W1000C объемом 1 терабайт либо 1024 гигабайта. Ценник у нас 7200 в данный момент. Версии бывает на 1 терабайт и на 2 терабайта, соответственно, цены разные. Но что же у нас по характеристикам? 1000 на чтение, 980 на запись, ну и, конечно же, поддержка интерфейса USB 3.2 Gen 2. И в принципе-то все, все остальное мы с вами уже увидели. Поэтому сворачиваем и подключаем наш внешний SSD. Так, все подключилось супер. Файловая система EXFAT, чистый объем у нас 952 гигабайта, супер. И давайте смотреть, что же нам покажет утилита Crystal Disk Info. Определяет корректно, 33 градуса температура, смарт-параметров не так много. Интересно, что же там внутри за SSD, я так понимаю, что-то на Максио, скорее всего. Но во всем этом с вами убедимся дальше, поэтому запускаем CPU-ID Hardware Monitor, где сворачиваем все оставшиеся устройства, кроме нашего внешнего SSD. DEXP, кстати, у нас определяется корректно, моделька, все супер, хосты чтения записи по 0.5, включение 0 часов работы. Перед нами абсолютно новый SSD, а внутри у нас все-таки стоит NVMe SSD накопитель. Интересно, опять же, какой? А для этого давайте мы сначала запустим утилиту AIDA64, посмотрим, определит ли она у нас вендора, производителя контроллера, если мы сюда перейдем. Нет, здесь у нас чисто производитель контроллера, конвертера из NVMe на USB. Ладно, погнали, значит, по утилитам от Вадима Очкина. Но ни одна утилита у нас начинку не определила. Значит, возвращаемся в нашу AIDA64. Кстати, сразу же давайте посмотрим на температурные датчики на нашем внешнем SSD. SSD у нас здесь не определяется. Поэтому, друзья, сервис, тест диска, так сказать, обкатка нашего нового SSD. Выбираем линейную запись. Обязательно выбираем наш NVMe SSD, наш внешний SSD. Ну и ждем результат. Ну что, тест у нас не завершен, но я все-таки его остановил, потому что, как вы можете увидеть, за 3 часа у нас заполнение даже не дошло до 50%, где-то 46% только мы успели заполнить. Причем самое интересное, что в процессе теста после снижения скорости утилита подвисала, глючила, короче, как-то это все было подозрительно. Но в итоге все остановил, пришлось мне отключить и подключить заново наш внешний SSD, чтобы выполнить оптимизацию, форматирование и так далее. И, соответственно, вот такой вот у нас результат. И судя по графику, который мы здесь видим, да, скорость здесь есть. Максимум мы с вами видели 966 мегабайт в секунду. Все соответствует заявлениям, скажем так. Посмотрим, что будет на тесте реальной записи. Но, судя по графику, судя по тому, как скорость у нас снижается после примерно 27% заполнения, вероятнее всего здесь у нас стоят QLC чипы памяти. Как ни крути, и это же можно определить и по очень низкой скорости записи после заполнения SLC кэша. Минимум у нас был 27,5 мегабайт в секунду. Ну, понятно, здесь у нас скорость в районе 40 держалась, но это мало. Это мало, хотелось бы больше. Опять же, все соответствует тому SSD, который у нас установлен внутри, и все соответствует QLC чипам памяти.
Что ж, идем дальше и смотрим, что у нас в Crystal Disk Mark при заявленных 1000 на чтение, 980 на запись. Все полностью подтверждается, абсолютно никаких вопросов нет. При этом случайные 4К аж 35 мегабайт в секунду, вот это прямо результат очень хороший, потому что на большинстве SSD-накопителей со скоростью чтения записи 1000 мегабайт в секунду, внешних SSD-накопителей, мы получаем где-то 25, ну может быть 28 мегабайт в секунду, здесь 35. Это прям достойно. Что касается SSD Benchmark, 698 баллов. Для внешнего SSD все соответствует. Что касается AutoDisk Benchmark, то видим, что у нас есть непонятные просадки по чтению, по записи. В общем-то, очень и очень странно. Но 3D Mark у нас 790 баллов, тоже вопросов нет. А вот на тесте PC Mark 10 запускал тест несколько раз. И как видите, он всегда выходил с ошибкой. Так что тест провести попросту не удалось. Про полный тест я вообще молчу, даже запускать его не стал, потому что все-таки внешний SSD перед нами. Так что, друзья, смотрим на операции ввода-вывода, если кому-то это вдруг интересно. И давайте посмотрим, что же у нас будет на тесте реальной записи. Кстати, после теста PC Mark 10 снова пришлось отсоединить кабель от внешнего SSD, подключить заново, поэтому у нас уже прибавилось 2 включения. Но давайте смотреть, что у нас будет на тесте реальной записи. Копируем. Даже вот видите, даже папочка у нас осталась здесь от PC Mark 10. И поэтому, наверное, лучше выполним оптимизацию после удаления и сделаем еще раз небольшую паузу, после чего продолжим. Итак, 15-минутная пауза у нас сделана. И давайте закинем папочку рендер объем 100 гигабайт и посмотрим на скорость, на реальную скорость записи. Скорость как-то медленно пошла снизов. Ждем отметки 750 мегабайт в секунду. Отличный результат. Ну и давайте продолжать заполнять наши SSD. И скорость у нас улетела вниз. Так, и вернулась обратно к значению 750 мегабайт в секунду. Интересно, будет ли у нас еще одно снижение скорости, будут ли у нас эти качели продолжаться по просадкам. Опять же, если мы с вами посмотрим на результат VAD64, то здесь, да, действительно, просадки у нас были. Также медленно скорость у нас поднималась. И я думаю, эти просадки мы с вами здесь будем наблюдать и дальше. Но давайте все-таки заполним наш SSD, то есть до момента, когда у нас скорость снизится из-за заполнения SLC кэша, и когда мы увидим вот эту вот скорость. Есть у нас просадка до 0 байт в секунду, и вот это очень интересно. Подвис SSD накопитель, или что у нас сейчас происходит? Очень-очень интересно. Так, скорость возвращается. Вот такие вот паузы могут встречаться, могут быть. На записи первой папки у нас присутствуют скачки по скорости. Снова падает в ноль и снова возвращается обратно. В конце записи второй папки все так же скорости скачут, все так же есть просадки до нуля. А вот и снижение скорости после заполнения SLC кэша, после того, как мы записали на SSD 260 гигабайт. Ну и как я понимаю, на этой отметке скорость у нас будет держаться до победного конца. Так что не вижу смысла дальше заполнять SSD. Мы с вами все посмотрели, все увидели. Опа, снижение. Ну и снова 0 байт в секунду. И снова скорость возвращается к прежним значениям, но уже за пределами SLC кэша, к невысоким значениям. Что ж, на этом с тестами все. Давайте разбирать SSD и смотреть, что внутри.
Несмотря на то, что определить начинку в самом начале, да, при USB подключении не удалось, я достал отсюда внутренний SSD и провел тесты, и определилась начинка без проблем. Здесь у нас контроллер Maxio на SSD, PCIe 3.0, MAP 12.02, и здесь у нас, как я предполагал, QLC чипы памяти от Micron. 176-слойный, именно поэтому мы видим такую резкую просадку после заполнения SLC кэша, причем неважно при каком подключении вы данное SSD будете использовать. Что касается полученных тестов, то SSD показывает себя нормально, да, это безбуферный SSD, который стоит внутри, и при использовании его напрямую, то скорости там, конечно, будут выше, чем на внешнем SSD. Здесь же у нас все ограничено контроллером AS Media, который, соответственно, этот сигнал от NVMe конвертирует в USB, и, соответственно, мы можем его использовать где угодно. Что же касается тестов реальной записи, то 700 примерно мегабайт в секунду до заполнения SLC кэша, да, там есть просадки, а вот после скорость снижается достаточно сильно. И 50, 60, 0 мегабайт в секунду, к сожалению, придется потерпеть, если вы захотите закинуть разом большой объем данных, больше чем треть от доступного объема. Это стоит учитывать. Но, друзья, самое главное, что здесь в случае выхода из строя внутреннего SSD его всегда можно заменить на любой другой, поставить что-то более интересное, более быстрое. В быстром, конечно, смысла нет, но, например, SSD, который ведет себя иначе, где скорость у нас не падает так сильно после заполнения SLC кэша. Что ж, вот такой вот интересный внешний SSD был сегодня на обзоре. Обязательно ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте. Не забываем про сайт про SSD и увидимся на новых обзорах. Пока-пока!